кисточка должна быть чистая. Вот у нас охра, да, здесь берем ультрамарин, не вовнутрь, рядышком. Кисточка та же. Кисточка та же, просто я вытер ее. Рядом охра, с охрой ультрамарин, и чуть начинаю сюда делать замес. И слежу за тем, если слишком светло, еще чуть ультрамарина и замес. Должен быть такой некий зеленоватый оливковый отлив. Не слишком светел он должен быть, но и не слишком темен. Тоже пробуем с безопасной, совсем чуть-чуть. Предварительно начинаем сюда как бы добавлять, пробовать. У нас борода еще будет утемняться, добавляться другие, но мы как бы пробуем, как будет себя вести вот этот холод. И делаем таким образом, делаем вот эти вот бороденку более сложной по цветовым комбинациям. То есть так, без сильных подробностей, только вот чуть немножко туда холода набросали. Добавляем сюда еще больше ультрамарина, и в этот замес еще добавляем желтый. Рядышком. Получится она более насыщенный зеленый цвет. И точно так же теперь пробуем сюда чуть-чуть добавить волосы. Немножко зеленцы этой. Она у нас на этих, на касаниях к фону. Да. Не последняя, потому что мы будем как бы фон менять. Никаких белил. А менять фон будем. И это не тоже наша не последний заезд. А так, чтобы подразбавить.